По поручению президента Российской Федерации в Московской области реализуется программа социальной газификации. На территории нашего округа из 90 населенных пунктов попало в программу 62. Из них, по словам заместителя главы администрации городского округа Пушкинский Татьяны Хатинской, 24 должны быть газифицированы уже в этом году. На сегодняшний день в 20 населенных пунктах работы уже завершены. Чтобы это проверить и узнать, как проходит реализация программы в нашем округе, Татьяна Хатинская совместно с депутатом окружного совета депутатов Анной Дунаевой и представителями МКУ Софрино приехала в деревню Талицы. 19 домов в Талицах работают по программе социальной газификации. Все работы подрядчиками проведены. Мособлгаз сейчас проводит оформление документов. И надеемся, что к Новому году жители будут уже встречать Новый год в теплых домах. Жители подали заявки на участие в программе. Работы начались в октябре, газопровод был проложен в срок и без задержек. И уже в Талицах есть дом, в который проведен газ. Многие жители отмечают важность этой программы. Изначально, как купили дом, сразу очень хотели газ и пробовали по-разному. Просто это было очень дорого, и не все были согласны. Ну, а сейчас, конечно, программа, и все, я думаю, все довольны и все счастливы. Конечно, разница в цене. Будь здоров какая. До границ земельного участка технологическое подключение бесплатное. Подключение к самому дому оплачивает собственник, так же, как и внутридомовое газовое оборудование. В среднем это около 150 тысяч. Все построено до забора, внутри дома. Также сейчас параллельно ведется оформление, проектная документация, согласование на весь распределительный газопровод. Построен порядка 560 метров. Представители Мособлгаза и подрядчики работают строго в соответствии с графиком, а все вопросы решаются оперативно. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Пушкинское телевидение.